Приветствую, дорогие друзья, продолжаем мы прохождение игры Rome Total War мод Македонской экспансии. Так, начинаем мы серию с вылазки под Галикарнасом снова, как всегда. Семь к пяти, снова мы сильнее. Так, что там у них за войска? Опять куча каких-то копейщиков. Так, серебряные щиты, это... Как они называются, забыл. В общем, очень много серебряных щитов. Катафрактов у них здесь почти нету. Ну что, как всегда, выводим кавалерию и передвижных скорпионов через эти ворота. Все, пускай выходят они пока. Так, ну а мы теперь займемся пехотой. Притрян здесь у нас уже больше, пехоты стало больше на один отряд как минимум. Все, ждем теперь, когда наши силы выйдут, все наши войска. Наши подвижные соединения почти вышли уже. Блин, так-то пехоте можно дать задание бежать быстрее, но это их измотает быстро. Так, подводим сюда пехоту нашу, пускай сюда, сюда идет. Так, теперь берем свои передвижные скорпионы. Так, давайте пока катафрактов попробуем стрелять здесь.
пехота наша как-то очень медленно продвигается там. Так, снова давайте атакуем катафрактов. Хотя, конечно, один отряд катафрактов на неприятности никаких даже не составит. Так, давайте по копейщикам, по серебряным щитам себе атаку произведем. Так, я не понял, почему у нас вообще только половина нашей кавалерии бежит. То давайте сюда вот. Вот по этому же отряду. Так, давайте кавалерии нашу наносим ударах с тыла. Самый рассадник серебряных щитов это вот в этой вот кучке. Давайте придушим скартона. Огонь перенесем сюда вот. Пока они здесь сконцентрировались. Все, походу они собрались к холмам. О, сколько у нас уже лычек-то. Отрядов кавалерии получили.
Давайте, кавалеристы, догоняйте их. Блин, успеет кинуть. Жалко, конечно, большинство копейщиков ушли. Хотя, может, не большинство. Потому что мы их тоже много, немало здесь уже положили. Все, давайте кого успеем сейчас убьем. Продолжаем битву. Да ёшкин кот, давайте отведем кавалерию. Так, ну что, отбили мы очередную атаку, потеряли при этом вообще очень мало солдат убитыми. Больше всего мы потеряли от наших, похоже, передушных скорпионов, чем от действий врага. Так, наша армия в Галькарнасе постепенно все больше закаляется в боях с врагом. Так, ну теперь давайте завершаем ход. Ох ты, это где еще? Мы попались. Ага, все-таки вот этой армии решил дойти. И атаковать нас. Понял, что Александр ему уже тоже не спасти, по всей видимости. И решил ударить в другом месте. Так, размещаем войска. Всех прямую линию. Здесь у нас претарианцы, причем неплохие претарианцы. Баллисты сюда. Насколько я понимаю, здесь у них много катафрактов. Да, вот они. Просто огромное количество катафрактов. Так, нам нужно быстрее вот эту армию бить. Поэтому быстренько.
Выбиваем у них катафрактов. Уходим на фланг. Да заколебать своим горцем здесь. Надо наших стрелков отвлекать. Так, один отряд уничтожен. Кавалерия у нас пока будет в резерве находиться. Так кто там уже бежит к нам? Походу тоже кучка тавхатов, что ли? Блин, не успеем мы. Давайте кавалерии ударим в тыл. Иначе наш пехот просто не успеет развернуться. Так, давайте поможем кавалерии. Тут даже катафракты диадох, хоть еще мощнее. Так, давайте вражеского генерала здесь устраним сейчас. Вражеский полководец убит.
Ну давайте все вместе атакуйте. Вот не получилось скоординированного удара. Так, все, далеко не отходим. От своих не отрываемся. Давайте, давайте, заходим наш артиллерий в тыл. Блин, вот здесь 62 еще-то, они здесь сопротивляются мощно. Так, наносим удар по гемам. Копейщики наших скорпионов должны не поймают. У нас вот здесь вот только тяжелое положение складывается потихоньку. Так, возвращаемся сюда к кавалерию. Так, вы давайте сюда бейте, вы носите удар сюда. Да что ты, хаукаспист еще здесь мешается, блин. Так, тут на серебряные щиты, в принципе, кавалерия может их разогнать. Да что ж, сколько их может еще сопротивляться, блин? 48 еще. Так, задача кавалерии начнет последовательно здесь помогать нашей пехоте расправляться с врагом. Все, убегают, давайте. Так, вот эти освободились у нас.
идем сюда вот. Передвижный скорпион пускай там лучше вылавливают, чтобы никто в город не убежал. Тихо-тихо-тихо, туда не надо. Блин, вот этих нам еще добить бы скорее. Так, куда они бегут? Сюда, что ли, наверное, где-то? Так, тихо. Как бы они не зажали бы сейчас нашу пехоту бы. Отходим. Ой-ой-ой, они вытащили копья, отходим. Да не сражайтесь с ними, отходите, вот они сражаются. Нам все равно нужно подальше спасать. Пытаться, по крайней мере, спасти. Тут, смотри, даже ни один не погиб от удара. Давайте, знаете, тогда лучше что сделаем? Вот так вот их отведем. Тут как-то не хочет терять по глупости отряд целый. Так, отходим сюда. Этих разворачиваем вот так вот. Отходим. Блин, кавалерия у нас стоит уже все меньше. В принципе, я могу еще сделать вот так вот, как я сейчас только что сделал. Вот этот никак в полном окружении они сейчас не забьют. Посмотри, стоят и к ним спиной дерутся, блин. А я не замечаю даже. Как можно драться спиной? Вот, сразу разбежались. Так. Вот сюда вот. Сюда вот.
Здесь тоже разогнали мы уже. Давайте притрианцы крушим их. Так, давайте отойдем опять. Я думаю, еще один-два удара, и они могут разбежаться, вот этот отряд. Так, вот опять они дерутся, надо еще раз нажать и отвести их. Да отходить, что же с ним деретесь там? Тупят, блин. Если тянутся бой же, все, блин, тяжело их вывести очень. Полностью окруженный отряд, но все равно дерутся. Их просто фантастический боевой дух какой-то. Давай сюда перенаправим. Отлично. Все-таки мы их разогнали. Продолжаем, конечно, битву. Всех нагоняем. Итак, победа. Убили мы 2222 солдата врагов. Наши потери тоже, конечно, тяжелые, но все-таки победа.
Все, притон не захвачен. Теперь мы можем здесь спокойно перебучаться. Дипломатические сведения, берите, заключи союз с македонцами. Это уже поздно. Надо было раньше это делать. Так, медиалании каких-то патрианцев делаем здесь. Передвижные скорпионы. Так, строим арену. В Шкодре еще от кавалерии нанимаем. В Русадире тоже пока продолжаем наймы. Так, в Коринфе наконец тоже мы передвижные скорпионы начинаем нанимать. Еще 4 отряда в Медиалане и в Коринфе, и можем начинать захватывать Ипс. Ну, в принципе, нафиг, давайте не будем в мате больше никого нанимать. Смысл здесь кого-то нанимать. Даже если, допустим, там германцы будут прорываться, мы все равно сейчас покончим с иберийцами и все наши войска двинем сюда в Германию. То есть германцам тоже есть пока у них время еще, конечно, немножко. Но уже очень мало у них времени остается. Так, кого нам Байколь еще лучников нанять надо? Камаладу не найму идут. Гликогнать использует затишье. Перебучаем остатки наших бойцов. Так, где еще? Палантия. Палантии. Перебучаем кавалерию. Так, Байкори у нас, в принципе, все переобучены уже. Все, кого можно было, конечно. Варицем пантеон, все, варицем мы закончили все постройки. В Римине строим осадный инженер. Так, Медиалании строится у нас. В Массилии строим переписчик. В Бурдигале давайте строим великий цирк. Кстати, налоги можно до очень высокие прибыль. А, нет, не можем. А, Бурдигал можно. Здесь претарианцы у нас уже делаются. В Табурге строим армейские казармы. Германцы как-то все больше и больше сил накапливают. Будут пытаться, видимо, нас обходить, наверное, как-то. Вот что-то интересно, вот можно со скифом воевать, с македонцами, с сильфкирами, в конце концов, но они почему-то прямо идут на нас. Так, Прейто не подавлено, что у них здесь за храм-то? Ага. Нам. Давайте свой поставим, храм Марса. Налоги очень высокие. И проводим перебучение. Пополняемся, чтобы двигаться нам дальше.
Так. Пока Сагунт не атакуем, ждем сейчас Байкори нас доделаются. Дарю ритме струмбил наместников. Наместника. Так, в Деби. Пока еще не достигла. Ну, еще немного осталось. Так, где еще у нас что есть? Здесь пока ждем. Сингидум пока осаждаем. Еще 8 ходов. Так, здесь на этом ходу нам ничего не осадили, но на следующем ходу, походу, осадить Пергам. Армии здесь уже подходит, причем, может быть, даже не одной армии осадят. Вот, тут они уже с агемами, с катафрактами идут. А тут так, фигосенько армия, ну хотя тоже есть агема. Но зато мы захватили Паритоний. Так, вот это, наверное, пока никуда не поведем. Вот эти, в принципе, тоже сейчас мы здесь переобучимся. И давайте, может быть, тоже Александрию атакуем вот этой армией. Так, вот эта армия на мосту, нам нужно хотя бы еще одно-два сражения здесь выдержать. Возможных. Ага. Они уже обошли мост, кстати говоря. Давайте встанем у них на пути. К этим селевкидским армам еще далеко. Хотя до Мемфиса тут может дойти. Ох ты ж, сколько у них тут. Офигеть. Вот у них где рассадник. Сколько их здесь, вон че. Так, в ближайшее время сейчас нам хотя бы Александрию взять, и потом можно перейти к обороне будет. Даже, скорее всего. Так, можем их атаковать, но это я сейчас делать не буду, это мы сделаем в следующей серии. Потому что так мы можем попытаться взять гордость, нам хватит хода. Нам лучше это сделать, потому что здесь очень крупные силы селевкидов. Если мы этого не сделаем, то следующим ходом нас атакуют сразу несколько армий. Так, ну и нужно хотя бы нам выиграть один ход в районе Александрии. Чтобы также этот город взять. Так, по Ритоне пока еще будем перебучаться. Здесь вместо лучника будем делать передвижные скорпионы. Даже давайте сейчас пока их начнем делать, пока у нас есть возможность. Так. Все. Начнем пока делать. Вот этого агента ведем сюда.
Так, все, идем туда. К югу. Ну все, на этом серию завершаем. До новых встреч, всем пока.